Продолжаем прохождение Торштета, друзья, и у нас позитивный кач, как вы помните. Один из самых положительных моментов игры, когда мы, одев хороший шмот, можем прокачиваться спокойно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, сейчас пару уровней возьмем. Каспер к нам сейчас подконнектится, микрофон у него на время погас, поэтому он... пока помолчит там в тряпочку. А мы отправимся в проклятые катакомбы. И будем прокачивать нашего скитальца. Ну что же, на что еще важного стоит обратить ваше внимание? Даже одевшись в одежду сотого уровня, даже чувствуя себя здесь уверенно, но играя на хардкоре, помните, что если вы попадете под какую-то ловушку в сундуке, она может убить вашего героя. Даже в такой одежде, вот здесь вот, в локациях 50 уровня. Поэтому, как только слышите «Strap!», бегите подальше от места, где эти слова ваш герой выкрикнул, иначе не сдобровать. Вот к нам подключился Каспер. Играть стало сильно сложнее, но еще сложнее ему сдерживать его звериную сущность, которая просто уничтожает все, что можно вокруг себя. И это страшно. Это страшно. Важная информация для всех, кто смотрит это прохождение. На канале началось прохождение диаблоподобной, второй диаблоподобной игры, которая называется Victor Run. Так что можете после этой серии обязательно пойти посмотреть. Первая часть уже доступна. Конечно же, там мы тоже все проходим на хардкоре и на 100%. Локация построена очень интересно. Здесь можно позаливать вот отсюда, если там есть ребята. Да, кто-то есть. Заливай. Каспер помнит о том, что если встречает ультрафиолет, то нужно быть аккуратным, отходить. Мы все позаливаем самостоятельно. На безопасном расстоянии. Там ошметки летят. Давайте ворвемся хоть... как-то поможем. Сейчас он тут все почистил. А вам нравится такая положительная прокачка? По глазам вижу, что нравится. Нужно будет накликать бутылочек. Давайте это сделаем, друзья. По ушам видно. По ушам слышно. По глазам видно. Ребята здесь Константина впускают, косточек, могут убить. Ух, ух, натиски. Это было опасно сейчас. Загадочный коготь. Ребята решили вылезти на глефы. Не будем им отказывать в этом удовольствии.
как-то парень стоял, меня не замечал только что вообще. Баня вообще. Страшно. Классная локация построена. Интересно вообще. О, интераскид. Надо убегать, убегать. Доставать. Моему пэту уже плохо. Я сделал его здесь. Ты хоть как-то предупреждаешь, что интераскид? Например, заставь персонажа пукнуть. Я прям на него вылетел так. Несколько. А можно вот сюда наверх, интересно, подняться? Там так красиво. Прям целый просто рукотворный храм. Нет? Тут кусочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как я не люблю. Попечатать пришел. Смотри, фиолетовый. Очень медленно двигаешься. Тебе надо скорости добавить к движению. Ну что, твои вот эти вот... Еле ползаешь. Ну и что нас ждало здесь? Даже ни одной желтой вещи. Ну, зато очень красивая локация. Двигаемся дальше, друзья. Давайте посмотрим, сколько осталось бутылочек. Нельзя из вида упускать это важное обстоятельство. 16 бутылочек. Это прям мало, надо накликать. Шаропилет. Борис, основательно, еще один. Это круто. Это прям... Двойная удача найти Бориса два раза. Ну, пойдем посмотрим, у нас что чаровать, не? О, нет, вроде все зачаровано. Тогда опускаемся, друзья, вниз. Хотя вначале надо накликать. Ладно, опустимся и накликаем нам бутылочек. На боссе могут понадобиться. Ты там еще долго в пиджаке будешь? Ну, пока столько. Этого должно хватить на нашу ближайшую прокачку. Аккуратно. Ой, залить можно. Ой, можно. Хорошо, а. Я там осиное гнездо поганое разворошил так, что ребята в шоке были. Стояли, им как на голову вылилось. Призрачные силачи. Могут не начинать со своего натиска. Ультрафиолет. Видимо, не могут, они просто... Каспер в углу... Трап! Нет! То, о чем я говорил. Да не такая опасная была ловушка, это был яд. Но он тоже мог нормально отравить. Но если там будет какой-то взрыв,
Это гораздо более опаснее. Что ты ворвался? Стоял там в уголочке, пригорюнился, ворвался. Ух, кости трощат. Отвернулся. Не очень хороший момент. Собираем золотые запасы проклятых катакомб. Подожди, у меня там аккуратно, иди туда, там может быть фиолетовый, и я дай левел апну. Повысим стойкость, друзья. И повысим наш ливень. Скоро он будет с увеличенным радиусом действия. Налево. Значит, налево. Накручивать вокруг этих кругов удобно. Враги к тебе пока обойдут. Рельефы уже делают свое дело. Область зачищена. Sector clear. Можно открыть здесь портал. Чтоб потом не бежать. Не люблю я эти кости. Ой, не люблю. Когда-нибудь такая кость станет для меня последней. Так, тут тайная комната. И зелье омоложения, конечно, собрать следует. И здесь кусочек. Жесты, это больно. Нам нужно будет, наверное, идти уже в следующий раз на локацию более высокого уровня, потому что здесь опыт идет, но там, я думаю, чуть быстрее пойдет. У нас уже 58-й. Смотри аккуратно, тут сейчас будет прыгать сверху, и там в конце, скорее всего, будет фиолетовый. Либо там будет ловушка в сундуке опасная. В общем, береги себя. Скорость, это тоже медленный что-то. Фиолетовый. Ох, там было больно. Друзья, вы все видели сами, это было просто... Ребята спрыгивают, глефы вращаются. Неплохо. Череп, отлично. Давайте посмотрим, что за череп нам выпал. Череп Джендени. Восполняет здоровье 30 единиц и эффект 5% шанс обратить цель в бегство. Ничего особенного. Так что двигаемся. Нас ждет босс.
Я не мог пойти сразу в портал, потому что доставался один Варкалин. И он бы просто поднял на восстание, а потом еще тысячи. Нужно было с ним закончить. Чтобы вообще никаких мятежей. У нас еще действует скорость. 38 секунд. Успеем ли мы на босса? Вперед! И кто же здесь? Не могу не включиться. А вот ты включись. Такое событие. Что такое? Какать захотел? Нет, тут не хотел, но пока включал микрофон, уже перехотел. Он попал в меня. Куда? Куда попал? Ой-ой-ой, слушай, все, занимайся, что-то я так... Осторожно. Какой-то он агрессивный такой предок. Резкий как удар серпом. Да-да. Вот он прям скоростной. Ну, заливается неплохо, но... Заливаю! Предка, предка заливаю! Ничего страшного. Он... Ой! Совсем резкий. Не-не-не, парень, еще пару заливочек надо. Сейчас отходим. Отходим на центр, пусть он идет туда. Отходи, там неудобно просто кастовать. Он стоит под дурацким углом. Отлично. Сделали. Сейчас взорвется, оттекает туда. Можно настолько получить you have perished. После того, как ты сделал you have perished ему. Ды. Ды. Вот такой вот позитивный кач сегодня у нас, друзья, выдался. Сейчас возвращаемся, быстро продаемся и продолжаем позитивный кач. Но продолжим мы его уже в следующей части. Каспер будет в голосовой связи. Это... Часть была такая, где он погас. Поэтому приходите, очень скоро продолжим прокачку. До встречи.